А сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Народные новости». Что произошло нового у жителей города, выясняла съемочная группа РЕН-ТВ. Что у вас в жизни нового? Внучка родилась. У сына был выпускной. То есть у моего сына новая жизнь начинается. Диплом получил. Я работаю в медицине. Получили новое оборудование. Месяц назад вернулся из армии. Ну, собираюсь жилье покупать. Мы квартирку переремонт сделали. Рубашка новая. Устроился в магазин стройматериалов консультантом. Я сейчас в отпуске, занимаюсь ремонтом. Еду в отпуск в этом году. Да. Вот. Едем в Абхазию, потом в Геленджик. Огурцы зацвели. Ну, огурцы взошли.